В Южно-Казахстанской области по инициативе областной ассамблеи народа Казахстана прошла благотворительная акция. Ее участниками стали порядка 800 жителей региона. В здании госучреждения «Общественное согласие» организовали концерт, а театр юмора и сатиры порадовал зрителей музыкальной комедии «Мелодия дружбы». На представление было продано больше 500 билетов по 3000 тенге. Средства, собранные с их реализации, пожертвованные местными предпринимателями, пойдут на лечение 5 тяжелобольных детей. В течение года члены областной АНК провели около 400 акций милосердия, с помощью которых собрали 30 миллионов тенге. Все деньги распределили между нуждающимися. Создана специальная комиссия. Она подсчитает, сколько средств поступило во время акции и распределит средства на лечение больных детей, которые сейчас экстренно нуждаются в лечении в Алматы и Астане.